Турнир по мини-футболу прошел среди представителей СМИ нашего региона. Его посвятили памяти известного поэта, сатирика, журналиста, деятеля культуры страны Рашида Шако. Организатором состязаний выступил отдел физкультуры и спорта Уральска при поддержке городского маслихата. С футбольного поля наш следующий сюжет. Перед серией игр прошла церемония открытия турнира, где с приветственным словом к участникам соревнований выступили представитель городского маслихата и супруга Рашида Шако. Светлые слова об известном журналисте сказали и его коллеги по творческому цеху. Активным журналистом был, в основном работал в радио, телевидении. Вот, его творчество было образцовым, его творчество помогало нашим молодым журналистам вот, в целях поддержки наших журналистов. Мы проводим сегодня соревнования по мини-футболу памяти нашего журналиста Рашида Исетулла. Зрелищно и интересно. Именно так можно описать игру заведомых фаворитов турнира. Команда телеканала «Ак-Жаик» и холдинга «Жаик Пресс». После долгой и упорной борьбы победителя выявить не смогли. Матч завершился в ничью. Впервые организован такой турнир. Участвуют представители СМИ, наши коллеги. Думаю, что этот турнир помогает нам лучше узнать друг друга и повысить сплоченность. В рабочие дни мы этого делать не можем, поскольку времени банально не хватает. А совместный досуг очень сближает. По итогам состязаний третье место завоевала команда телеканала «Хабар». На втором месте наш телеканал, а победителем турнира стали представители «Жаик Пресс». Кроме того, вручили призы лучшим игрокам соревнований. Также по завершению турнира было предложено сделать его традиционным. Алексей Кочемазов, Юрий Серов, Саид Самигула, телеканал «Ак-Жаик».